Приз конно-спортивного клуба «Созидатель» на дистанцию 2000 метров разыграли между собой 9 лошадей. Со старта скачку повел Корнилов, однако при входе в последний поворот рывком на первое место вышел мистер Чайки под седлом мастера-жокея Дениса Суханова. Он диктовал пейс до самого конца и выиграл с отличной резвостью 2:05,5 секунды. На втором месте Сан-Себастьян, скакавший под седлом жокея первой категории Урмата Кажамжарова. Таким образом, первое и второе места остались за лошадьми тренерского отделения Ольги Полушкиной. Эта скачка изначально была сделана для тех лошадей, которых мы планируем скакать на пресс президента. И нам нужна была скачка, ну, будем так говорить, для работы. Но, судя по секундам, получилось не совсем, как мы ожидали. Мы хотели сделать намного помягче. Но пейсмейкер в этот раз у нас был жесткий, и поэтому, ну вот, пришлось разыграть в то, во что пришлось. А так я довольна и мистером Чаки, и Сан-Себастьяном. Вот Индиго Флейм, к сожалению, седло у него в повороте ушло, и мой новый жокей, будем так, молодой наш парень, родом из Киргизии, доказал, что он уже умеет скакать без седла и приезжать четвертым. Так что, ну, в принципе, мы довольны, все круто.